В интересах Российской Федерации прокуратура Октябрьского района города Иваново взыскала более 500 000 рублей. По результатам проверок в первом полугодии 2019-го в суд направлено 35 исковых заявлений на сумму 636 тысяч рублей в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования. Речь о возмещении расходов, затраченных фондом на лечение пострадавших в ДТП граждан. Так, виновник аварии должен оплатить не только, к примеру, моральный и материальный ущерб, но и возместить государству деньги, потраченные на восстановление застрахованного гражданина. Такой мониторинг ведет прокуратура, поскольку сам фонд не отслеживает, как именно был причинен вред здоровью пациента. В настоящее время 32 исковых заявления рассмотрены в полном объеме на сумму 536 тысяч рублей. Исполнение решения судов находится на контроле прокуратуры района.